соглашению работодателей, профсоюзов и властей в крае установили минимальную планку заработной платы на 3 ближайших года. Для работников небюджетного сектора, без учета районного коэффициента, размер вознаграждения составляет 13 тысяч рублей, пишет Бийский рабочий. Отметим, действие соглашения распространяется на работодателей всех организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей. Соглашение вступает в силу с июля следующего года. Землетрясение произошло в Алтайском крае в ночь на 25 декабря, сообщает информагентство «Толк» со ссылкой на Алтай-Саянский филиал Единой геодезической службы РАН. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в 0 часов 18 минут в 200 километрах от Барнаула. К счастью, никаких разрушительных последствий и пострадавших нет. Алтайские школьники примут участие в международном телемосте, информирует московский комсомолец Барнаул. В декабре «Живая классика» запускает серию международных телемостов для участников конкурса из регионов России и ребят из других стран. Всего в течение сезона планируют организовать более 20 телемостов с подростками из Америки, Иордании, Израиля, Аргентины и других стран, объединенных «Живой классикой». Для того, чтобы стать участником конкурса юных чтецов, необходимо зарегистрироваться на сайте до 25 января 2019 года. Участие в конкурсе бесплатное. Державшийся 38 лет юниорский рекорд побила бегунья из нашего региона, написал Политсибру со ссылкой на «Алтайский спорт». Рекорд Полина Миллер побила в Омске на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Спортсменка пробежала 300 метров за 37,91 секунды, превысив на 0,03 секунды высшее достижение России среди юниоров до 20 лет. Прежний рекорд принадлежал Наталье Бочиной, он был установлен в 1981 году. Хоккеисты Алтая обыграли красноярских «Рысей» в повторном матче, сообщила «Комсомольская правда» Барнаул. Игра прошла в рамках регулярного сезона первенства ВХЛ. В первом периоде хоккеисты обеих команд не порадовали публику большим количеством опасных моментов. В итоге счет 0-0. Нули на табло сохранились и после второго периода, да и в заключительном игровом отрезке команды не спешили открывать счет. Однако в самом конце матча Алтай получил двойное численное преимущество. Его за 16 секунд до финальной сирены реализовал капитан Владислав Янсен. Барнаульцы одержали победу. Исход встречи решила одна заброшенная шайба.